Согласитесь, очень важно, кто и как вас встречает, когда вы приезжаете в новое место, особенно на отдых и лечение. Приветливая улыбка, искрящаяся благожелательностью глаза Ирины Васильевны Лобастровой сразу налаживает дружелюбный контакт. И такому врачу, безусловно, хочется доверить свое здоровье и поделиться проблемами, связанными с ним. Она и сама из приезжих, из тех питерских врачей, что профессию выбрала раз и навсегда, как судьбу. Переезд в Анапу – счастливый случай в этой судьбе. Вот судьба, да. Приехали с семьей, но не сразу. Я сначала приехала с дочкой, так как у нее начиналась бронхиальная астма. Да, и мы решили здесь немножко отдохнуть, полечиться. А потом нам здесь так понравилось после, так сказать, климата питерского, что мы решили здесь немножко задержаться. Угу. И вот задержались уже, видите, на практически угу. на 6 лет. Угу. Ну, вот, я очень люблю Питер свой, обожаю, да. Но здесь очень мне тоже нравится. Настолько, что прямо вот даже, знаете, иногда ловлю себя на мысли, что я и не соскучилась даже по своему любимому Питеру. Заведующая медицинским центром в пансионате «Бригантина» с огромным удовольствием показывает свои владения. Условия для работы здесь прекрасные. Современное оборудование, передовые технологии. Но без живого участия медицинского работника все это просто наука. Людей Ирина Васильевна ценит и ставит во главу угла их труд и профессиональные навыки. Мне вообще по жизни очень везет. Люди попадаются, знаете, вот просто великолепные. Ну а что говорить про наш санаторий? Ну, просто, как говорится, слов нет. Это сказка, сказка. Угу. После нашего туманного Альбиона здесь вообще кажется сказка. Рай, да, у нас здесь рай, рай, да. Ну мало того, что здесь прекрасный климат, прекрасная, так сказать, прекрасный город, да. Здесь прекрасно, еще мне повезло с самим санаторием. Санаторий хорош всем, да. Руководство изумительное. Люди честные, порядочные, с ними работать просто, знаете, в радость, в радость. Других даже и мыслей нет, куда-то там уехать, уйти. Вот я, вообще моя жизнь – это вот медицина, работа врачом. А уж здесь работать, так вдвойне приятнее, может, втройне, я бы так сказала. А человека, которому работа в радость, всегда можно отличить от других. Он сияет и, как сказал коллега, порхает. Ну, я не знаю, мне кажется, она как бабочка, туда-сюда, за всех, везде, кругом, чего-то так вот так вся, все у нее под контролем. На экскурсии по отделению мы еще раз убеждаемся, звание лучший доктор курорта Ирина Васильевна несет достойно. Добродушная, отзывчивая, ну, вообще. А как руководитель? И как руководитель тоже очень такая внимательная. Да, в меру строгая, конечно. Положительная, очень внимательная, чувствительная, знающая. С ней можно работать. Специализация у Ирины Васильевны редкая. Она герудотерапевт. Сегодня это направление выздоровления очень популярно среди отдыхающих. Поэтому так важно, чтобы доверие между пациентом и доктором в этой ситуации было полным. Ирина Васильевна обеспечивает это чувство с легкостью.